два белика крупных зайцев из-под меня выпрыгнули, напугали так, что сердце не выпало. Попробую их догнать. Ща. Два крупных зайца ломанулись. Вон оно! Хо-хо! Эй-эй-эй-эй! Отсачак! Надо было винтовку брать, а не металлоискатель. Проходя эту небольшую дубовую рощу на краю оврага, нашел наконечник кованый. Вот, может быть, конечно, не наконечник, но судя по конструкции его удержания, наверное, это был, наверное, наконечник. Но не уверен. Вот такая вот интересная вещица обнаружилась. Сдается мне, что я на правильном пути. И что свидетельствует следующая находка. Часть подковы с сохранившимся гвоздиком. Это значит, что по этому оврагу или краю его могли двигаться, ну, либо крестьяне, либо воины. Может быть, повезет, что-нибудь интересное найду. Сегодня адская погода, и я, наверное, скорее всего, на часик копнусь. Посмотрим, что из этого выйдет. Вчера была суббота, подкова наконечника зайцы. А сегодня погода ухудшилась, и ходить просто невозможно. Адские смеси на сапогах. И я решил пройтись просто по дорожке и нашел 1/2 копейки серебром. И еще одна интересная находочка. Очень интересная. Вот такой вот ключик. Сейчас я его попробую отмыть, чтобы рассмотреть его поближе. Вот такой вот зелененький, красивый ключик. Вот все сегодняшние находки. Вот такой вот красивый лес сейчас может быть. Я на часик в обед, и сегодня ничего, кроме вот этой вот замечательной пули, как минимум на медведя или на слона. От чего, к чему и почему, какого возраста, мне неизвестно. Я не охотник. Я на часик в обед чуть-чуть копнуть. И так как я нахожусь в очень интимном месте нашего города, соответственно, картинки вокруг показывать не буду. Но вот этот пятачок 61-го года я нашел вот здесь. Угадай, где? Еще один интересный артефакт в интимной части нашего города. Вот такой вот значок. Ну, это современный значок. Но все равно интересно. Еще один интимный, так сказать, интимная находочка. Второй значок. Да. Набор получился. Два значка уже. Вот такая интересная в обед получилась копалка. И вот такие вот предметы за час. Наконец-то наступил долгожданный выходной день. И эта копалочка уже на пару часиков. И первая моя интересная находочка. Запчасть от самовара. Вот такая вот запчастюшечка. Сегодня у меня такой немножечко разведывательный комплекс. И вот в этом поле единственная находка на сегодняшний день. Пока что.
Итак, хорошая новость. Найдена вот эта вот маленькая конинка в огромном овраге. Возможно, повезет, и я найду что-то интересное. Тут же в ямке с найденной конинкой вот такой вот металлический обломок какого-то, как мне кажется, лезвия. Но что это такое было, уже все потеряно. Фу. И на полуметровой глубине, как мне кажется, топорище. Только никак я его откопать не могу. Это вот я ударил лопатой, и вековой, так сказать, окисел слетел с него. Фу. Скорее всего, топорище. Точно, им оказался топор. Вот такое вот топорище. Сейчас я его попробую очистить. О, может быть, маркировка какая-то сохранилась. Да. Серьезный топорик. К сожалению, никаких опознавательных знаков не удалось добыть, но топорик старый, что свидетельствует расслоение металла. Вот. Жаль. Я не коллекционер топорищ, поэтому кому нужен топор, вот он. Ну что, копатели, копай. Это копалка в обед. И откопал десяток пробок, я нашел интересный сигнальчик, который точно так же смахивает на пробку, но удивительно ровный. На улице минус один, копаю. Так, куда же тебя поставить-то? Вот она. Копалка в обед. Это прям должна быть мега фортуна, чтобы что-нибудь найти. 3 дня подряд лазил я по лесам. 5 на часик в обед. И ноль, просто ноль. Ни копейки, ни троечка. Вообще ничего. Но. Но. Возможно, конечно. Так. Что же здесь нам кучка пригод... Ебать! Есть! Минуточку. Ё! Красотуля! Я разбогател! Так. Интересная штуковина. Камушек на месте. Вау! Так, что у нас с пробами? Пробы. Пробы есть. Но, блин, нифига не древние. Звезда просматривается на печати. Ух ты! 875-я проба написана. Серебро позолоченное, скорее всего. Вот это обедик! Зачетный обедик! Ха-ха! Ха-ха! Я разбогател! Хо-хо!